немножечко непроверенный игрок атаки уже просочился. Максимально легкий фраг для бустера. И рефреш здесь против перекрестного огня пытается сыграть. На! А тут АВП, на! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, рефреш! По таймингу читает своего оппонента 20 секунд до конца! Это трипл килл с дигла! Ой-ой-ой! Как же он раскрутился! Вот знаешь, после такого нокаута подняться Virtus.pro будет невероятно сложно. Моему горлу тоже будет сложно, но это будет завтра, друзья. Это просто жесть. Сектор жесть на барабане. Это путевка на отдых для рефреша. Вакейшн. Я требую срочно этому парню. Какая ситуация? Один против троих, окружен со всех сторон оппонентами, но рефреш руки не опускал. Почувствовал энергию.